С 5 июня университет начал принимать документы от абитуриентов на бюджетные и платные места по всем формам обучения, по программам бакалавриата и специалитета. А в магистратуру прием документов начался с 12 июня. На 15 дней раньше, чем предыдущие годы. Это связано с тем, что теперь прием документов на очную и заочную формы обучения принимаются в одно время, а не по отдельности, как было раньше. Высшее образование, безусловно, имеет огромное значение в формировании личности человека. Это общение с преподавателями, со сверстниками, ведь новые знания пригодятся в будущей профессии, считают студенты. Вы решили, куда поступать? Да. Вы выбрали, какое направление вы выбрали? И психологическое. Психологически, хорошо. Вы после среднего? Да. Я поступаю на программиста, прикладная информатика в информационной безопасности. И что я подал документы, и вот теперь жду. Окончила институт культуры в 2019 году. И сейчас поступаю в дошкольное образование на магистратуру. Документы, диплом бакалавра и еще паспорт оригинал ЕНН СНИЛС. На второй высший, на магистратуру я на заочную поступаю. Вот те, которые поступают после школы, тем я пожелаю, чтобы они хорошо учились и стали достойными учителями. В этом году в ТУВГУ 1750 бюджетных мест и 676 мест на коммерческой основе. На новый учебный год объявлен прием документов по 45 направлениям бакалавриата и 18 направлений магистратуры. Как сообщает заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Гульмира Мангуш, прием документов закончится в конце июля. Приказы о зачислении будут с 9 августа. Прием заявлений от поступающих на программы бакалавриата и специалитета на основании вступительных испытаний, проводимых в ТУВГУ самостоятельно, закончится 10 июля. Документы от поступающих по результатам ЕГЭ будут приниматься до 25 июля. Напомним, что абитуриенты могут подать документы в ТУВГУ тремя разными способами. Лично прием документов в будние дни с 9 до 18 часов, в субботу с 9 до 14 часов, через операторов почтовой связи общего пользования и дистанционно, через личный кабинет поступающего, а также посредством суперсервиса поступления в ВУЗ онлайн, который позволяет подать документы с помощью личного кабинета на портале госуслуг с 20 июня 2023 года. Алданайсая, Буяноюн, Азамат Учур, Тува-24.